Всем привет, меня зовут Алекс, это канал Alex Skinner Toys. Сегодня у нас обзор новой акции в магазинах Магнит. Золото магнитного моря. Проходит она с 13 сентября по 10 октября. Я по магнитным морям поплавал и собрал 15 пакетиков. Давайте их откроем. Ставь лайк и поехали. Всего мне попалось два варианта пакетиков. На одном старинная карта, а на другом тропический пляж. Всего в этой коллекции 23 монеты. Вернее, не монеты, а магниты. Кстати, ничего вам это не напоминает? Кто-то у кого-то что-то стырил. Ну, давайте откроем и посмотрим, что же это за магниты. Первым мне попалась серебряная магнитка. Называется она «Кот фараона». Сидит с деловым видом. На заднем фоне какой-то глаз, может это всевидящее око. А на обороте у нас египетские пирамиды. Монетка прикольно блестит. Она вся помятая и пожеванная. Типа древняя, неплохо придумали. А вы собираете магнитки? Сколько уже нашли, напишите в комментариях. И какая вам больше нравится? А вот и золотая. И она тоже из Египта. Это скарабей, символ силы солнца. Кстати, скарабей выпуклый. На обороте те же самые пирамиды. Похоже, в Египте были в ходу серебряные монеты с кошками и золотые со скарабеями. Почему-то серебряная больше, но это понятно, металл-то дешевле. Двигаемся дальше. А это что такое? Почему только половина монетки? Непонятно. Кто-то, похоже, расплачивался на рынке, и ему не хватило сдачи. Пришлось откусить монетку. Пополам. Тут есть даже какая-то надпись. Ло-ве. Ага. Это love, любовь. И это просто половинка монетки. А вот, кстати, и сердце видно. Нужно найти вторую и собрать сердце монету. Кстати, эта монетка почти как новенькая выглядит. Сразу видно, не древняя. Эта монетка называется инь-янь, соединение двух противоположностей. Только вот выглядит она очень грязной, как будто только сейчас из земли достали, еще не успели отмыть. Мне такие не нравятся. Ух ты, а на заднем стороне какие-то иероглифы. Кто знает такой язык? Напишите в комментариях, что это означает. Я в китайском не бум-бум. Коллекция потихоньку собирается. И первая повторка, еще один скарабей. Следом инь-янь. Да что ж такое? Где новые монетки? Магнитки. И еще одна золотая монетка. С каким-то котиком. Выглядывает откуда. Какой прикольный. Большие глазки. Челочка присутствует. Мне нравится. Эти монетки в ходу у котиков. На обратной стороне есть надпись. Сколько вкусов, столько мурррр. Спонсор этой монетки – производитель кошачьих кормов. Какую именно, произносить не буду, за рекламу мне не платили. Какая большая золотая монета. Это, похоже, древняя Греция на подходе. А здесь у нас богиня Юнона. Странно подобрали Юнону, а не кого-нибудь другого более известного бога. Половинка любви. Та ли это или другая? Ну-ка, ну-ка. Не, к сожалению, попалась та же самая. Не собрать мне пока монетку.
еще один 100% мур. Отдам своим котам, пусть себе что-нибудь вкусненького купят. И еще одна юнона. Ну, котикам моим повезло. Уже третья монетка. Половинка. Ну-ка проверяем. И снова мимо. Та же самая. Три половинки есть. Как же мне монетку собрать? Очередная юнона. Кстати, в основном попадаются золотые монеты. Может быть, сейчас повезет, и я соберу монетку. Ну-ка, нет. Четыре одинаковых половинки. Мое сердечко разбито. Вот такие магниты можно получить или прикупить в магнитных морях. Удачного вам плавания в сборе всей коллекции. Из меня же нумизмат никудышный, собирать магниты не буду. Больше всего мне понравились Скоробей и 100% Мурр. А что вы думаете о новой акции Магнит? Напишите в комментариях. Всем пока, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео, жмите на колокольчик, делитесь видео с друзьями, ставьте лайки и пишите интересные комментарии. Ну а я пойду попью чайку, сегодня без сладкого.